Да-да. Сергей Иванович, минуточку, Сергей Иванович. Ну что, купил, достал? Кое-что. Молодец, вот знал, кого посылаю. Так, электронагревателей 13 штук. Есть? Не. Электронагревателей не достал? Не. Ну и что? Ничего, ничего не взял, Взял. Что, что взял? Холодильник. Что? Холодильник. Холодильник? Да. А ну что нам холодильник? На что нам? Холодильник, на что нам холодильник? На что нам холодильник? Летом включим. Включим летом. Так, ну и что будет? Что будет? Да, что будет? А что будет? Вот я спрашиваю, что? Что будет? Ну, включим летом. Ну, что будет? Что будет? Да, что будет? Пиво будет холодное. Воды холодные. Пиво холодное. Пиво холодное, это ничего. Хорошо. Щельма. Ладно, Настя, так и быть. Последний раз. Твердим. Значит, холодильник вместо электронагревателя. Последний раз. Понял, не? Давай дальше. Дальше, значит. Инструмент слесарный, 18 наборов. Есть? Нет. Инструмент слесарный, не достал? Нет. Просил я тебе. 20 наборов. Ну что, не достал ничего, не взял? Ничего не взял? Взял. Что взял? Дробильную машину взял, да? Нет. Центрофугу взял? Нет. Ну, электросварку взял. Ну что, что взял? Давай уже. Что взял? Что? Ну давай. Ну рожай уже. Ну что, что? Ну. Рояль. Так. Что взял? Рояль. Рояль, ну да, конечно. Какой рояль, который это что ли, да это? Так. Ну давай, рояль. Консерваторию будем открывать. Ну, а рояль, ну что нам? На что нам рояль? Как же, Сергей Иванович, как же? Поставим при уходе. При уходе, да? Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? С кем, с роялем? Со мной что будет? Поставим при входе рояль. Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? Солидно будет. Солидно, да, это, наверное, очень будет солидно, если мы поставим рояль при входе на овощную базу. Так. Подожди минутку. Ты, рояль большой? Большой. Крышка есть? Есть. Ничего. Под тару приспособим. Ничего. Огурцы будем хранить там. Картошку. Понял, не? Последний раз. Давай дальше. Книги конторские. Книги кончились. Ну, я в очереди стою за флексометрами. Молодец, правильно. Зря времени теряешь. Зачем стоишь? Зачем? За флексометрами. А что это такое? Не знаю, Сергей Иванович. Может не брать? А ты что? Конец года, все равно деньги пропадают. А ну давай быстро за письмометрами. Давай быстро.